Мне давно уже кажется, я так искренне думаю, что пора вводить какое-то подобие цензуры во всем, в СМИ, в интернете и так далее. Некоторые сайты однозначно надо закрывать. Если страна думает о собственном благополучии, если она думает о том, что ей надо выживать, то ей, конечно же, нужно предпринимать какие-то шаги для самосохранения. Допустим, совершенно точно надо закрывать порно-сайты какие-то, которые очень популярны у нас здесь, именно потому, что они тиражируются и о них говорят. Безусловно, надо закрывать какие-то экстремистские сайты. Безусловно, надо работать над тем, чтобы пропаганда насилия, скажем, или пропаганда какого-то национальных перегибов была запрещена. То есть это надо отслеживать. Может быть, это не Министерство правды, конечно же, и, конечно же, не жестко, а и создать какую-то, может быть, комиссию из людей, которым доверяют и которые все-таки не относятся к какому-то крайним правым или крайне левым, или крайне либеральным, или крайне демократическим. Вот именно та самая золотая середина, которая позволила нам, многим поколениям китайцев, сохранить свою идентичность. Конфуций говорил, идти серединным путем, найти вот тот золотой компромисс, между тем, что можно, а что нельзя.